Друзья, всем привет! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Мы продолжаем проходить Far Cry 5, так что усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Так, чё, куда пойдем? Киса, куда пойдем? Привет. Здорово. Чё надо? Иаков охотится за тобой. Наши бункеры... Ничто на фоне убежища, которое отгрохал себе Иаков. Да? Хм. Интересно, Яков Шмаков. Единственное, я бы поменял бы... Это ты объявил войну? Да, я объявил войну. Оружие... Сейчас посмотрим. Так, что-то вот здесь я хотел взять... Что я хотел взять? Подождите. Так, голографический, коллиматорный. Попробовать другой. Оптика нет. Снайперский говно. Попробовать голографический, ну-ка. Давайте попробуем голографический. Да не, он говно. Мне не нравится. Сменим его нафиг. Так, где? Ну где? Вот. Убрать. Вот. Установить. Так, что у нас еще? У нас винтовка. А у нее только раскраски, все дела. Глушак. Так, ну у нее все стоит тут. Вот это вот говнище. Где? Это говнище, по-моему, самое натуральное. 7200. Калаш. 2600. И вот это говнище. Не надо. Что у него есть-то? Глушитель взять, не взять? Угу. Типа неудобно будет. Ну давайте возьмем вот этот вот. Потому что мне кажется, все-таки для него... Да ну блин, на что я какое-то говнище трачу весь деньги-то, а? Давай быстрей. Так. Где это? Кусочек говнеца. Верните мне нормальный прицел. Да? Все. Убрали. Так. Смотрим, куда идем. Куда бы нам пойти? Ну, по логике вещей мы недалеко. Нет, я все-таки хочу вот сюда. Давайте быстро переместимся. Так, где наш дружбан-то? А, вон он сидит, как всегда. Привет, дружбан, нас прервали тогда. Давай, продолжим. Да-да. Мой новый ассистент. Продолжим. Есть для тебя задание. Знаешь, что такое джерримендеринг? Без понятия. Ну, откуда тебе знать? Ты же простой гражданин Америки, как и я. В общем, это заумный мухлёж с избирательными районами. Как-то так. В общем, когда наступят выборы, может оказаться, что я провалился, потому что долбанные сектанты не стали голосовать за меня. О них что угодно можно болтать, но на выборы они ходят. Вот так и выходит. Чтобы выиграть, мне нужно вернуться в прошлое и так передвинуть избирательные районы, чтобы не учитывать сектантов. И это наводит на одну мысль. Вот если бы эдемщики просто не явились на выборы...
Заметь, я не даю тебе никаких указаний, но, решив эту проблему раз и навсегда, ты мне очень поможешь. Если ты понимаешь, о чем я. Конечно, я не приказываю тебе никого убивать. Это же противозаконно. Это ведь технически противозаконно, да? Но вот если бы тут стало чуть меньше сектантов, потому что они, ну, скажем, споткнулись и упали прямо на пули, а? Шутник. Район, о котором я толкую, находится на перекрестке возле той забегаловки, где подают гриль. Прихвати с собой моего отпрыска. Он, конечно, редкостный придурок, но стреляет метко. С идиота и взятки гладкие. Может, его даже за решетку не посадят, если он что натворит. Ну и какого хрена ты ждешь? Шевелись! Пойдемте, друзья. Так, отслеживание 1230 метров. А на чем? На чем поехать-то, эй? Вот на этом говнище? А что у вас здесь есть? Что-то я понять не могу. А где вертолет-то? А, понятно. Ни вертолета, ни хера. Вот это говнище только. А, может быть, Хёрка вызвать, действительно? Ну что? Может, он на тачке приедет? Эй! У меня ноги коротенькие, но я спешу. Ну да где ты? Что-то я его не вижу. Вон он движется, вон он. А что ты без машины-то, эй? Ебень. Зато с РПГ. Ну что, поедем вот на этом говне. Садись. Я дома. Садись давай. Дома. Так, я пристегнулся, можем ехать. Да погнали уже. Поедем напрямую. Ой, блядь, тут же это. Ой, блядь, тут же... Ё. Чё делать? Выходи нахер. Ё-моё, а! Напрямую хотел. Тихо, а тут что, можно что-то взорвать еще? Так это мы удачно тогда, получается, зашли. Сейчас мы их тогда и... Тихо. Куда это? Да пошел ты нахер. Лишит он мне, лишенец херов. А где наш друг-то? Да пошел ты. Валим. Сука, метки попался. А Хёрк, походу, сдох. Блин. Давайте посмотрим, а по речке-то можно вообще доплыть? Блять, проблематично будет. Да что ж такое-то, а? Блять, 1000 метров. Репеллентик. О! Сейчас мы пробежим эту 1000. Моментально. Может, кого завалим еще? Давай, давай, жми. Блять, только не говорите, что здесь тупик. Я на такой скорости. А вы мне тупик.
Давай, давай, давай. Прямо в тыкву. Кому в тыкву, блядь, о чем он? Во, уже 700-800 метров. Сейчас кого-нибудь еще грохнем по дороге. Че, желающих нет? Да ну, на такой трахоме ехать, я быстрее добегу. Прощайте, друзья. Блин, жесткач вообще. Ой-ё. Ой-ё. А смотрите-ка. Тут можно еще и бахнуть их. Где тропинка-то? Блядство. Тропинка, тропинка. Блин. Фух, кончилась наша скорость. Ладно, фиг с ним. А, так это же... Ништяк. Все, бежим, бежим, бежим. Что-то, походу, я уже далеко убежал на самом деле. Так. Следующий. Блять, прямо об камни. Не фартануло. О, проход. Ништяк. А где этот лагерь-то был? Короче, ладно, хер с ним. Да что так за лужа тут вообще? О, кого-то, блядь, сожгли, что ли? Охереть. Что-то не получилось спасти заложника. Я куда-то в другую сторону убежал. Ну, я думаю, что это не очень сильно страшно. Ну, только не плаваю в этой луже. Ну, что-то было трудно просто прыгнуть и побежать. О! Опять самолет. Там прятаться. Да. Дерево чертово. Так, и чё здесь? Мне кажется, он зря ее несет. Что ж такое? Ладно, хер с ним. Побежали. Блять, винтовка хуже, чем он и херк. На греночку. Блять, что это такое? Летает. Ныкаемся. Блять, это вертолет. Тихо. Я нашел его. Кого ты нашел? Ебень. Тихо, тихо, надо Хёрка спасти.
Блять, сколько их здесь. Надо, наверное, репеллентнуться. Ну где вы, твари? Блять, он все еще жив. Да ёпта, дайте передохнуть. Ну чё, кто ещё желает? Надеюсь, им не придёт в голову играть со взрывчаткой или перебегать дорогу в оживлённом месте. Да им уже всё, по-моему. А чё делать-то? Ой, блядь, едут. Что думает, я к нему побегу, что ли? Блять, опять вертолет. Тихо. Блять, где он? Блять, надо съебывать. Так и знал, блять. Фух. Блять, их тут не один вертолет-то. Ёб твою мать. Блять. Ух. Фух. Блять. Минус один. Еще один вертолет, друзья. Тихо, не уходи. Блять. Есть. Фух. Блять. Фух.
Вернем Хоупу былое величие. Ништяк. Ты справился. Молодец. Мы с тобой вернем Монтане былое величие. Слушай-ка, может, возьмешь старушку Нэнси? Будешь разъезжать на ней повсюду, и мои будущие избиратели поймут, что они под надежной защитой. И прошу, не привози сюда больше младшего. Никогда. Да этот долбоеб куда-то вообще провалился, его убили. Помощник должен тебе сказать, некоторые наши парни, не были уверены в том, что я поступил правильно. Но теперь они изменили свое мнение. Я тут ни при чем, это все ты. Поступки важнее слов. Все больше людей вступает в ополчение. Ты даешь им надежду. Мы так давно этого ждали, помощник. Очень давно. Да, друзья. Кто там стреляет? А, тут и РПГ валялось. Но мы и без РПГ на самом деле справились неплохо. О, РПГ мне сейчас понадобится. Секундочку. Секундочку. Один момент. Тихо. Нычка. О, блин, он на самолете. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Тихонечко. Кто-то там еще жив? Ух, как красиво-то, а! А там кто-то ездит. Вижу. Блять, мимо. Самоубийца какой-то. Ладно. Повеселились? Пошлите отсюда нафиг. Так, а куда нам идти-то? Блин, давайте присядем здесь где-нибудь и посмотрим. Так, там задания больше нет. Че, придется сюда идти? Давайте быстренько переместимся, чтобы не бегать. О, супер. Так, где этот бункер сраный-то? Так, блин, чуть не упал. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Опа, магаз. Нет, ничего лучше. Так, что в магазе, что в магазе? В магазе броник. Все гранаты. Так, это нам не надо. Это у нас есть. Это что это? Бесконтактная, конечно. ДУ, конечно. Так, здесь у нас все... есть, есть, есть. Это что? Нет, это не надо. Это тоже не надо. Зажигательная ракета тоже не надо. Что это? Тоже не надо. Так. Подзапаслись. О, так у нас что-то еще есть даже что продать. Представляете? Так, ну что, пошли, где тут? Где, где? Кого возьмем-то? Так, смотрите, какой-то есть вот этот хрен. Или это она вообще? О, ты-то мне и нужен. У хижины Купера стреляют. Может, охотники, но лучше проверю. Давай вот у этого чувака возьмем. Для тебя есть работа. Помнишь отель Grand View? Дыру, откуда мы тебя вытащили. Слабо помню. Придется туда вернуться. Иаков держит там одного из наших, его зовут Брикс. Собирается промыть ему мозги так же, как и тебе тогда. Надеется выпытать у него про волчье логово. Я не уверен, что парень долго продержится. А если он проговорится, нам конец. Так что нужно поторопиться. Кое-кто считает, что лучше просто его убить. На вышке какое-то движение. Но если убивать своих, чтобы спасти свои задницы, то чем мы тогда лучше Иакова? Не, я на такое не пойду. Вот что мы сделаем.
Уитти состряпал депрограммирующую запись. Ты ее уже испытал на себе. Я дам тебе кассету, и ты поставишь ее вместо той, которая работает в камере Брикса. Ну, и посмотрим, что выйдет. Если все пройдет гладко, парень придет в себя. Если нет, ну, будем решать, что делать. Так, нужно вставить кассету. Есть минутка? Да нет у меня никакой минутки, я уже все занял. Я без понятия, где теперь запчасти доставать. Даже не знаю. Нет, но однозначно мы возьмем нашу кису. Остальные все чмошники. 1150 метров. Не, пешком я не пойду. Однозначно. Возьмем наш супер-пупер вертолет. Все, он прибыл. Киса здесь. Все, полетели. Там какие-то гопники. Да хер на них. Типа спалили нас. Ну догони сначала. Не-не-не-не. А, подождите. Подождите. Сейчас. А, блин, это не убивайте гражданских, там заложники. Черт возьми. Как всегда накосячил. Так, 600 метров. Наверное, надо было взять лук. Так, это Элай. Вижу тебя на камерах. Грандвью прямо к северу отсюда. Да вижу. Вижу этот Грандвью. Пытаюсь понять, как к нему лучше подойти. Я так понял, в лоб это вообще не вариант. Там нужно кассету поменять. Давайте, наверное, сядем вот здесь. Вот на этих скалах. А потом пройдемся пешочком. Подождите, это сектант, что ли? Блять. Такая полянка была хорошая. Придется вот здесь садиться. Только не взорвись, то спалишь всю контору. Так, и что здесь говорите? Здесь жопа вся. Опять они тут? А, вон они, да. Смотри, сколько этих здесь козлов. Снайпер. Так. Тихо. Да, мне тоже не нравится эта затея. Всех мы спалили-то, я не понимаю. Да не рычи. Мне самому эта идея не нравится ни хера. Уже близко. Держись там. Надо спасти беднягу Брикса. Только учти, у меня в здании нет камер. Помни, как только окажешься там, поменяй кассету и пусть программа работает.
Пошли потихоньку. Будем пробираться потихоньку. Тихо, 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 палит. Вот он идет. Че, уберем его по-тихому? Сколько их здесь? По-моему, я до него не доберусь. Единственное. Они нашли этот. Тихо. Ёпта. Ну ты пидорас. Все обломал, такую тихую охоту обломали, а? Пошли. Пошли, конь. Кого они там все видят, я не понимаю. Кого-то видят они. Нашел его? Просто поставь кассету. Я теперь зачистил. Да подожди ты со своими на дороге, я их сейчас так по-тихому уберу тут. Где на дороге-то? Вижу. Блять, выключите эту раздражающую музыку. Куда он убежал? Я вообще никого не вижу.
Блять, а их там много. Тогда да. Накидаем здесь взрывчаток. Может, еще одну. Как они подкрались так? Да пошел ты. Блядь. Доедай его. Что-то мы так ходим спокойно. А, вон они. Ну, все. А вот это уже интересней. Хоп. Хоп. Ой, блять, вот этого я не ожидал. Ёпта! Блять, хорошо, реакция хорошая. Блять. Ёпта. Кошка сгорела наша. Ой, ладно. Ни кошку не спасли. Кто швырнул в меня гранату? Грузовики. Да мне насрать, в принципе. Грузовики это не... Там... Во, тут у меня мин наставлено. Сейчас повеселимся. Блять, снайперы. Откуда они? Кто-нибудь, хоть кого-нибудь видит? Снайпер, снайпер. Блять, когда же заткнется эта музыка, а? Наверное, нужно вызвать огонь на себя. Да что за херня вообще? Что такая тишина-то? Блять, выключите это. Это снайпер, что ли, был? Вертолеты почти здесь!
Блять, вертолеты мне вообще не нравятся. На. Там весело. Ты охуел. Скотина. Вертик-то где? Походу там. Это что такое? Блять, я тебя хоть убил? Да, убил. Хреногрыз идет. Осторожно! Блять, зря я эту бросил. Грандвью чисто. Фух. Помощник, ты настоящий герой, вот что я скажу. Бриксу невероятно повезло. Выживальщики вот-вот его заберут. И чё? Подождите. Яков лишился своей уютной пыточной камеры. Но представляю его рожу, когда он узнает, что Грандвью теперь наш. Да он и был наш, если бы вы его не проебали. Придурочные дебилы. Ты всем доказал, что ты надежный человек. А я всегда это знал. Увидимся в логове, солдат. Будь осторожнее. Привет, это Фил. Везут новые подношения. Знаю, поставка не маленькая, но мы тут сорвали большой куш, и я не хочу, чтобы все сгнило. Мозг человека — потрясающая штука. Если начать в нем ковыряться, можно добиться поразительных результатов. Тебе знаком термин «условный рефлекс», да, помощник? Это когда условный стимул ведет к рефлексной реакции. В нашем случае это тренироваться. Чё, отказ принимать, понятно. Убивать. Жертвовать. Опять бредят, да, эти? Проповедь сектантов. А теперь можно хоть спокойно взглянуть здесь. Ты знаешь, что Илай помогал строить бункер? Я не сяду в кресло и не буду проходить испытания. Ой-ой, это что за херня? Я не дамся. Что за херня? Надо выбежать, что ли? Ой-ой. Блин. Опять нас похитили. Да что ж такое-то? Чё они сразу нас не прикончат? Небось, так голоден. Хорош. Ты знаешь, что уничтожить цивилизацию можно за 10 дней? Отрежем горло. Да. Лиши людей самого насущного, и они вернутся к своим первобытным инстинктам всего за 10 дней. Этого не понять, пока не испытаешь на себе. Я воевал в Ираке.
Это было в 90-х. Десантные войска, смерть с небес, ура! Как-то мы попали в засаду. Мы с Миллером оказались отрезаны от основных сил. Еды нет. Связи нет. А до базы 200 километров на юг. Но мы и пошли. Но на третий день мы сбились с пути. На шестой кончилась вода. Знаешь, каково это, да? Тяжело глотать. На седьмой день у Миллера стали заплетаться ноги. Ты знаешь, что мозг начинает пожирать мышцы, чтобы выжить? Поэтому ты такой тощий. А на восьмой день появились волки. Я бросил взгляд на Миллера и понял, что нам крышка. И я смирился. Но в смирении была ясность. Я не просто смотрел на Миллера. Я увидел в нем возможность. Я не хотел этого делать. Но я был вынужден. Это было испытание. Видишь ли, жертва Миллера не просто спасла мне жизнь в пустыне. Не открывай коробку. Она привела меня сюда. Блядь, сейчас начнется. У слабых свой путь. Очень скоро ты это поймешь. А, блядь, понеслась. Отлично. Рух, похода, жатва, жертвенность. Да отъебись ты. Да. Блядь, ненавижу я это. Шевелись. Шевелись, блядь. Вот это вот. Убьем слабых! Убей, убей, убей! Начинается, блядь, а. Идите нахер. Торопись. Срут, охота, жатва, жертвенность. Пролетим. Хорошо. Сука! Ты нам показатели сбиваешь. Где мы опять? В жопе в какой-то очнулись. О. Ты уходишь вместе со мной. Ясно. И только нас увидели. Да, только ты. Только ты. Чё-то я тебе не верю. Хрен ты моржовый. Как же я? Ты недостаточно силен. Тебе нужно выбираться отсюда, пока еще не поздно. Иди за мной. Чё-то я тебе слабо верю. Сейчас мы пиздюлей выхватим, смотрите. Он уже знает, что ты готов. Смотри.
Видишь? Он все спланировал. Кто? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. И все, ты у него. Это твое второе я. Твоя жизнь. Он залезает тебе в голову. А ты не понимаешь. И вернуться нельзя, понимаешь? Вернуться уже нельзя. Чел, у тебя что-то с нервами, не все в порядке, я так понимаю. Почти пора. Что ты дал мне? Что в сумке? Я изучал маршрут. Другого шанса нет. Главное нет. Ищите, это приказ. Ищите повсюду. Пошли, пошли. Нет, еще рано. Еще рано. О, черт, черт. Нет, нет. Прости. Да что ж такое, я же сказал, что я ему не верю. Опа. Опять в лесу. Эй. Ё-моё. Чё ж на... Опа. Помощник, если ты слышишь, это Элай. Я не знаю, где тебя носит, но... Чёрт возьми. Мы, похоже, и правда разворошили осиное гнездо. Знаю, скорее всего, ты пытаешься спасти брата, но... Нам тоже не помешает помощь. Короче, ты знаешь, где нас найти? Да подожди ты найти, я сам себя бы сейчас бы нашел бы. С удовольствием. Объект, привет! Не знаю, где тебя носило, но сейчас лучше поезжай к перекрестку, где раньше был турбогриль. Там на экране показывают такое, что тебе лучше это не пропускать. Тихо. Персика можно позвать. Персик нам поможет. Атакую сверху. Кого ты там, падла, атакуешь? О. Все, улетел. Так, друзья, давайте посмотрим, где мы. Офигеть. Посреди леса где-то. Предлагаю вернуться к нам на базу. Да? Да. Да. Итак, друзья, я думаю, что на сегодня мы на этом и закончим. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Все, друзья. Всем пока-пока.